Вот сейчас продолжение этого ручейка. Тут прорыт искусственный ручеек или арык небольшой. И вот уже давно нет дождей, а земля пропитанная водой. И все равно ручеек течет. Чтоб не подумали, что это дождевые воды. Дождя уже нет дня три. Вот он такой безобидный. Но он бывает, когда больше, когда меньше, но течение видно, что есть. Когда добавляется, когда насос включается, он, конечно, поактивнее работает. И вот эта вода течет, течет и пошла туда. Земля пропитана, это уходит на дачи. Поливает этими нечистотами дачные участки. И вот сюда так пошел, пошел этот ручеек. И дальше пропитывая землю и близлежащие участки. Может и дальше. Многие люди не понимают, что это не от дождя. И вот этими нечистотами мы загрязняем землю. И ниже лежащее озеро в остановке водозабор. Вот такая ситуация.